Всем привет! С вами канал Вкусно и Кошерно, и сегодня мы приготовим завтрак. На завтрак у нас сырники с изюминкой или с изюмом и с бананом. Итак, поехали! Для этого рецепта нам понадобится 0,5 кг творога, у меня домашние, 3 ложки муки, 2 яйца, горсть изюма, я здесь в воде его замочила, и 2 банана вместо сахара. Вкусные и полезные домашние сырники. В творог добавляем 2 яйца. И насыпаем муку. Все тщательно перемешать. Банан почистить от кожуры, и надо размять вилочкой и тоже добавить в сырники. Так что у вас, если перезрели бананы, не переживайте, их всегда можно использовать в каком-нибудь блюде, например, в сырниках или в пирогах. Банан размяли в однородную кашицу и перекладываем в нашу творожную массу. А также кладем изюм. И опять все перемешать. Нам понадобится еще чуть-чуть муки, чтобы обвалять сырники перед тем, как пожарить их. И мокрыми руками делаем шарики. И жарим наши сырники на раскаленной сковородке, пока не позолотятся. Вот такие сырники получились. С вами был канал Вкусно и Кошерно. Подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч!